Мои хорошие, мы с вами сегодня опять сидим в Леонардо да Винчике. Новые ноготочки уже все заценили. Всем спасибо. Тут у меня облучка, блядь. Фокус не наводится, ну и пошел на пизду. Хачхина какая-то мне написала, типа, на стиле, что ли? Типа, да, Хачхина, ты невежественная. Пообщаюсь с девушкой, блядь. А типа, с мужским полом, со своими партнерами. Друзьями. Ты не хочешь общаться. Живу в Одинцово. Хуёво, братан. Так. Евгений Кчау, блядь. Ислам, Гоша. После нашей встречи ты скажешь, я так классно никогда не целовалась. Меня сейчас вырвет, надо рот помыть. Петр. Хорошенький Петр. Блять, 3 часа назад. Хуёво. Юность. Блять, серьезно, что ли? Спутник. Скажи мне гав. Как же раздражает меня. С каждым разом все больше. Татарин. Тарас, зачем ты убил своего сына? О боже, детка, мы растворяемся под звуки электро. Иван, 22 года. Реальный пацан. Ого. Чё? Хочу найти полноценное общение, дружбу, возможно, и девушку. Учусь на инженера. Понятно. Как, блядь, из тюрьмы. Пошловатенькую. Ой, как она с ним общается? Пошловатенькую. Ей не стыдно с ним фоткаться на селфи-палку, блядь. Он должен был написать «Я слева». Так. Симулятор. Анимешник. Ретрикомен. Долбоёбмен. Какие фоточки, а на них красоточки. Мне 22, умею подкидывать рукой жвачку и ловить ртом. Класс. Полезный навык. Люблю жить. Я верю в мир во всем мире. Ой, как один бадушник. Ходила там гулять с одним, нахуячилась, блядь, пососались. Не жалею, но просто... Ну, просто, блядь, что-то нахуй я это сделала. Это что, блядь, радио? Жалоба, хиппи, наркотики. Карантин в начале весны, это подло. Пупсик, подрочишь, как обычно. Не факт, что ты бы нашел девушку и без карантина. Ищу себе милашку. Морская черепашка по имени Наташка. Тут я в пролете однозначно ищет себе милашку. Ну какая милашка? Я говняшка. Чё, колешься?
Смотри, что наколола. Упс, пук. Я слева. Я когда вижу больше двух мужчин на фотке, я сразу это вспоминаю. Сходим в кино. Пиздец. Сколько тебе лет? 22 года, сходим в кино. Ты чё, дурак, что ли, блядь? Какое кино? Кино и вино, блядь. Ёбнутый. Кто-то в кино ходит 22 года с мужиками? А в рестик сгонять не хотите? Да ладно, шучу. Ну, просто, ну, блядь, ну... Ну, не знаю, кино слишком по-детски звучит. Ну и вообще, зачем такое писать? Типа, в анкете это стрёмно как-то выглядит. Мне 22, блядь. Мой психологический возраст, это, блядь, 16 лет живу с родителями, могу тебя сводить в кино. Ну, как-то уебищно звучит. Я не знаю, может, у меня такое мышление. Ну, просто, ну, реально как-то стрёмно звучит. Ну, не, вообще не захватывает дух. Ой, блядь. Ну, кстати, ничего такое. Вот это приятный чел. Ну, мне похуй. Sorry. Давай уже встретимся после карантинуса. Слова не коверкай, блядь, дубина. А, понятно. А ты... После фразы «а ты чё?» я дальше читать не вижу смысла. Степан. Космонавты. Смотрите, у нас тут Ерёма, блядь. О-о-о-о-о-о-о. Так. Долбоёбы. Хай. Хай-хай. У-у-у. Ну, самый нормальный. Мне надо хоть с кем-то созвониться, попиздеть, блядь, кого-нибудь унизить, иначе... Иначе я буду сегодня неодухотворённой. Так. Собеседницу дальше больше. Чё, письку скинешь, что ли? А мне потом видео, да, блядь, редактировать, гнида? Ну чё, письки не видели? Загуглите, Pornhub, вообще бесплатная подписка. Опять дядька, блядь, реально маньячела. Чё на фотке-то, я не понимаю, что? Господи, Христа ради. Фахрит. Чё за имена, блядь, какие-то? Вот эти, Узурбек всякие. Как вы нахуй, зачем так ребёнка называть? Ничего против не имею, но это же пиздец, блядь. Ну, вообще, охуеть можно. Как Нюша, блядь, Симбой своего ребёнка назвала. Смотри, со скалы не ёбни. Так. Господи. Что с вами, дети мои? Общение для начала. А кто сказал, что ты можешь на что-то большее, блядь? Расчинывать. Бонжур, ёпта. Юрий. Жалко, не Хованский. Понятно. Там мальчик рассказал это. Байку про то, как он писю скинул, и все на него подписались. Привет. Чё, дурак, что ли, блядь? Блядь. Хабиб. Чё, реально самый настоящий Хабиб? Охуеть. Дис. Дис. Пукни в пакет, прям хочется сказать, блядь. Чё, всё, что ли? Вот, сука. Как дела? Кто ты, что ты? Расскажи о себе. Сейчас скажет, задавай мне вопросы.
Гнида, блядь, какая. Еще отвечает. Сейчас посмотрим, через сколько ответит. Наверное, посмотрела. Мне слишком долго отвечает, блядь. Одну минуту. Или он, наверное, охуеть какой занятой. Мальчик с киской на фотке. Все, что я хочу тебе сказать, лишь три слова. Наверное, я тебя люблю, да? Аж прям за душу, за сердце взял. А я тебе скажу, пукни в пакет. Это все, что, блядь, я хочу сказать, нахуй. О, божечки. Димон. Реальный пацан. Дизлайк. Чё ты ржёшь, гнида? Чё смешно, сука? Чё ты там услышал? Я чё, похож на клоуна? Ну-ка, встал и вышел, блядь. Гнильё какое, нахуй. Чё смешно? Чё смешного-то, блядь? Мне прям интересно стало. Рассказывай. А, голос похуистический. Ну, так все правильно. Мне вообще похуй. А тебе? Извини, но я теоретик, а не практик. Хуёво. Надо все проверять. Теории можно много строить, что, блядь, земля нахуй плоская. Что душа существует. Ой, какой красивый. Максимка, жалко 19. Ну, хотя более-менее, да? Ну, вот это тоже норм. Хочу кофе и на работу. Какой молодец, парикмахер. Какой инициативный. Нихуёво. Так. 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 Дайте уже нормального. Ну. Чё-чё-чё-чё, Габриэль. Кому пиздишь? Ты, блядь, габит какой-нибудь. На 70% состою из музыки. Нахуй я его лайкнула? 30 из тупых шутеек. Блядь. А такое слово еще используют. Смотрите-ка. А анкеты я не читаю, только фотки лайкаю. Да че он долбоеб, что ли, блядь? Че смешного-то, нахуй? Я понять не могу. Кому смешно-то, блядь? Вообще похую. Ну так что, может, ответишь, блядь? Кто ты, что ты? Дебилоид какой-то, блядь. Уебан. И вы еще спрашиваете, почему нет парня у меня? Почему я, блядь, одинока? А как мне с ним? После этой голосовой хочется сказать тебе... Три слова, выходи за меня. А я думала, ты хочешь мне сказать, я тебя люблю, судя по твоему статусу, блядь. После этого голосового. Ну так все правильно. Мне вообще похуй. А тебе? Ну так что, может, ответишь, блядь, кто ты, что ты? А я думала, ты хочешь мне сказать, я тебя люблю, судя по твоему статусу, блядь. Я курить. Я тоже, в чем проблема? Тебе мешает, что ли? Курить. Побежал, блядь. Не скучай. Да иди нахуй, блядь. У меня папа тоже курить ушел в 5 лет и не вернулся. Шучу. Все, он вернулся. Мама просто на разводик подала по бырику и все. Люблю пирсинг, тату. Люблю красить волосы, люблю ходить гулять, люблю кушать, люблю пукать, люблю какать, люблю писать, люблю, блядь, я не знаю, женщин. Давай, перечисляй. О, боже. О, это что, депутат? Это быстро состарившийся Алексей, которому 24, а выглядит он уже на 34. Алексей, какие-то проблемы, жизнь поебала. Или поебало. О, Певчанский, кто ебашит каждое утро, а? А? Ну ты мордашкина писька какая, а? Рыжик, бесстыжик, блядь. В ларьках ошивается возле краснобелого, блядь. Язык заплекается.
О, грозно. Еще лучше. Привет. Привет. Спорим, долбоеб? Покажи жопа. У, забыл. Если бы написал с У, я бы показала. Так. Жаль, просто листаю, что? Ой, розовые кроссовки. Чё, пидор, что ли? Пидор, да? Розовая футболка, розовые кроссовки. Да, шучу, ничего против не имею. Ну, просто в его случае это прям ужасно. Не богатый, не высокий, без чувства юмора. Ну, в пролете чё. Зато честно. Спасибо за честность, блядь. Так ты себе никогда никого не найдешь. Тут реально габит нехуёвый. Мне кажется, он красивый в жизни. Не хотела бы я его хуесоснуть, иначе он потом мне хуесоснул. Хорошо так. При личной встрече, блядь. Это чё? А это чё? А это чё? А это чё? Кто мной заинтересовался? Кто посмел? Неплохо. Бонжур, блядь. Отправилась? Я не понял. Ой. Че все деньги им скинуть хочу на лечение? Видите, какая добрая тетя. Вот гнида, блядь, какая, а? Сейчас отправлю, сообщение отправилось. Нет, блядь. Третий раз бонжур. Все, бонжур, бонжур, бонжур. Все, удалите с друзей. Оцените еще кого-то. Надеюсь, отправилась. Отправилась. Три раза, сука. Обманул меня, сидел в переписке. Я думала, не загрузилась. Я так на всякий случай. Вот как выглядит настоящий стриптизер. Истина непостижимая. Ой. Какой прелестный ребенок. Привет. Как дела? Кто ты, что ты, расскажи в голосовом сообщении. А это что, не отправилось, да? Играть в правду или действие? Это повторение этого фильма, блядь. Как он там опять забыла, называется после? Блин, чё блинкаешь? Не могу голосовой. Ты по-русски не можешь, да? Опа! В кустах. Мама, я в кустах. Так. Я не Юра Дудь. А кого ебёт? А? Понятно, что не Юра Дудь. У Юра Дудь, по-моему, жена есть. Юра Дудь не изменяет своей тётке. Так. Ну что ты? Ясно, удачи. Ты, блядь, что, обиделся, что ли? Чё какой? Ну чё какой обидчивый-то, блядь?
хочу тебе платок принести. Что случилось? Все, закрылись, больше не будем разговаривать. Чё какой, реально, блядь, тю-тю-тю. Иди маме поплачь. В плечико. А я сказала, что он симпатичный, просто не по-русски написал. Виталик, блядь, не кидай мне ничего, когда я снимаю видео. Первый шаг с вас. Да иди ты нахуй, блядь. Мы вычислим эту бибику, она не твоя, так что похуй. О чем с тобой разговаривать? Разговорить можно кого угодно, а со мной нужно разговаривать. Поэтому я тебе советую отправлять голосовые сообщения, чтобы не делать таких ошибок. Можешь на своем языке говорить, я все пойму. Так. Так. Ну, что-то сегодня тухленько. Тухленько, грустненько. И я делаю вот так. Ова! 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 А что с ними это базар-вокзал вести, если долбоёба? Сегодня вы получили курс по унижению мужчин. Я считаю, заслуженный, очень достойный курс.